Асана! Да какая там к черту могла быть Асана, когда на носу Пасха, и в город съехалось 10 тысяч проповедников, и каждый проповедует свое. Шум, карманники, шлюхи, стража сбилась с ног. А для чего же он, по-вашему, решился на крест? Должны же были они хотя бы из любопытства собраться, поглазеть. И он тогда бы им сказал, как нужно жить дальше. Не получилось. Оказалось, невозможно это, проповедовать с креста, потому что больно, невыносимо больно, неописуемо.